Рассказовка станет третьей станцией метро для Новой Москвы. Она последняя на Калининско-Солнцевской линии, но первая по готовности из строящихся 7 станций участка Раменки-Рассказовка. Сегодня мы спускаемся на глубину 15 метров, чтобы посмотреть, как строится станция метро «Рассказовка». Это будет одна из самых оригинальных станций московского метро. Архитекторы предложили оформить ее в стиле арт-деко. Для него характерны смелые геометрические формы и узоры, орнаменты и роскошь. Сейчас в данный момент идет укладка гранитной плиты. Гранитная плита, раскладка ее такова, что она у нас лежит в шахматном порядке. Используются 3 вида различного гранита. Весь гранит у нас российского производства. Рассказовка заговорит со своими пассажирами словами великих русских писателей. Цитатами архитекторы хотят оформить путевые стены. Архитекторы придумали дизайн самого станционного комплекса и платформы в виде читательского зала классической библиотеки. Колонны станции выполняются керамическими панелями, но уже с изображением, рисунком картотеки. У станции будет 2 вестибюля. Они выводят на северную сторону Боровского шоссе. В перспективе пассажиропоток станции превысит 250 тысяч человек в сутки. Поэтому здесь решено построить крупный транспортно-пересадочный узел. Транспортно-пересадочный узел мы должны ввести вместе со станцией метро. Это наша задача номер один. Соответственно, все дороги, все перроны посадки-высадки. В состав ТПУ войдет также пассажирский зал ожидания, комната матери и ребенка, помещение для управы, здание суда и торговый центр. Сентябрь-октябрь станция Рассказовка будет готова, но в целом целиком мы линию планируем запустить конец года, закончить строительную часть, в начале года, значит, уже полностью поехать с пассажирами. После открытия Рассказовка будет конечной на желтой ветке. Однако рассматривается вариант продлить Калининско-Солнцевскую линию до Внуково. Алена Терновая, Александр Хмеликов, Строй, Мосру.